ткань талантов или пришивая умения. Когда улицы Старого Яранска замирают во сне, оживает загадочная легенда о тканях талантов. На швейной фабрике витает волшебство, а в ночной тишине молчаливых улочек можно услышать, как звучит прошлый век. По слухам, когда луна восходит в небо и озаряет здание своим светом, старые швейные станки пробуждаются к жизни, а тени швецов из далекого прошлого с опытом, насчитывающим столетия, возвращаются к своим рабочим местам. Эти тени ткут волшебную ткань талантов, добавляя в нее знания о разных профессиях. Они пришивают уникальные навыки и вековой опыт к каждому волокну, создавая не просто одежду, а амулет профессиональной мудрости. Тот, кто носит на себе ткань талантов, получает дар мастеров прошлого. Их умения становятся частью нового обладателя, вдохновляя и преображая его как профессионала своего дела. Люди стремятся прикоснуться к этому волшебству, зная, что в каждом стежке таится мудрость и тайна старых мастеров швейного искусства. Поздней ночью вы можете пройти мимо иранской швейной фабрики и услышать стук ночной работы. Слушайте внимательно, потому как вековой опыт позволяет работать почти бесшумно.